Здесь готовим заготовки для корпусов кранов и патрубков. То есть труба у нас распиливается, у нас есть три пилы, которые работают в автоматическом цикле, в автоматическом режиме. Также позволяет уменьшить влияние человеческого фактора. И после этого все трубные заготовки у нас поступают в дробеструйную камеру, где происходит очистка поверхности для дальнейших технологических операций. Здесь мы пилим до ДУ-430. До ДУ-430 мы пилим трубу. Труба у нас два типа мы используем. Это труба по диновским стандартам на краны малых диаметров до ДУ-40, ДУ-32. И трубу отечественных производителей, труба идет из марки 09 G2S.